Выиграла я в одном из конкурсов подарочную карту кинотеатра Cinema Star. Решила сходить сюда. Вот получила 2 билетика по карте. Нас было 2. Прошла в достаточно удобный и уютный зал, но было крайне холодно. Работники перестарались, хотя на дворе лето, людям приходилось кутаться в теплые вещи. Смотрела фильм «Черная вдова». Фантастика с элементами боевика, всякие агенты, околосоветская тематика. Видите, всякие вертолеты, самолеты. Вы обе угробили столько народу, что ваши руки не по локоть, а по плечи в крови. Кто бы знал, как я вами горжусь. Юмора тоже предостаточно. Ну, все, пусти. Пусти уже, хватит. От тебя плохо пахнет. Как влитой. Бог ты мой.